Это флокс называется «Веселые девчата» моей селекции. Я его вывела в 2014 году. Размер цветка 3,8-4 сантиметра. Высота 60 сантиметров. Он такой коренастый кустик. Срок цветения средний. На белом фоне лепестков яркое колечко в центре и розово-сиреневые легкие тени. Соцветие округлое, плотное, красивое. Такие получаются, как шарики на кусте. Смотрите, какие красивые. Мне так нравится. Стебли у него крепкие. Подвязка не обязательно. Он устойчивый. Назначение универсальное. Можно сажать на солнце, можно в полутень. Мне он очень нравится. Ну, естественно, он подходит для любых и для частных садов, и для парков, потому что он вообще беспроблемный, хороший, ничего ему проблем никаких не составляет. Имеет вот такую привлекательную, веселую окраску. Название ему он получил в результате конкурса в Инстаграме у нас, когда я показала фотографии, попросила подписчиков помочь мне назвать, придумать ему название, потому что сама никак не могла придумать название. И очень здорово предложили, очень много красивых, интересных очень вариантов, прикольных. Но вот веселые девчата к этому флоксу, мне кажется, подошли лучше всех, а вообще остальных. Поэтому в очередной раз благодарю ту замечательную женщину, которая предложила это название. Вот. И пускай этот флокс всех радует. Он такой очень веселенький, симпатичненький и позитивный.